Алан Шербет, Паоло Бритос. В красном углу ринга Алан Шербет, Швеция. В синем углу ринга Пауло Бритос, Мозамбик. Так, друзья, следующая пара спортсменов, но, опять же, не совсем верная трактовка. Алан Шербет представляет Швейцарию, а не Швецию. И его оппонент Пауло Бритос из Мозамбика. Вот здесь все правильно. Но Ален Шервет достаточно опытный боец, и при всем при этом у него есть даже профессиональные бои, коих, кстати, в достатке. Кстати, боксировал он с нашим Алексеем Мазуром. Это было в Китае. Алексея мы сегодня также увидим. И проиграл ему единогласным решением судей. В правой стороне стойки сражается боец из Мозамбика. Старается раздергивать передней рукой Пауло. Пока что все очень осторожно. Пока что, ну, только сейчас такой первый всплеск активности. Попытался сдвоить удар слева Пауло. Неплохой обмен. Рефери делает замечание Пауло за опасное движение головой вниз. Здорово по туловищу и классно закручивает в левую сторону Ален. Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих в Москве продолжается. Это весовая категория до 64 килограммов. Первый раунд боя швейцарца Алена Шервета и представителя Мозамбика Пауло Бритоса. Минута до конца стартовой трехминутки. И вот здесь, да, было столкновение головами. Там начал страдать активно Пауло Бритос. Но рефери вместо того, чтобы дать нагоняй швейцарцу, начинает открывать счет. Есть рассечение, кстати, у Алена, между прочим. Это вот результат столкновения головами, я так подозреваю, потому что я откровенно не видел, чтобы Пауло Брито попал по своему визави настолько еще, чтобы сделать ему сечку. Еще раз напомню, что Ален Шервет очень опытный боксер. У него много профессиональных боев и хороший опыт выступлений в любителях. Стоп была команда, товарищ Шервет. Надо слушать команду. Ну, рассечение, я смотрю, отсюда вроде бы не критичное, поэтому... Скорее всего, его очень быстро залатают и дадут продолжать. Да, давайте посмотрим. Ну, правда, к сожалению, отсюда не видно, но даже вот с этого угла... Очевидно, вот, вот, да, то самое столкновение, от которого начал страдать резко Пауло Брито. Боксер 90-го года рождения. Боксом занимается 14 лет. Провел 45 поединков, 35 боев одержал победу. Является чемпионом Швейцарии. Seconds out. Seconds. Seconds.
2. Поехали. Раунд под номером 2. А вот кровь, кстати, так и идет у Алена Шервета. Хорошая серия, но такая легкая, да, то есть скорее подготовительная к чему-то в исполнении швейцарца. По туловищу неплохо пробивает. Рефери останавливает встречу для того, чтобы еще раз осмотреть повреждение Шервета. А вот оно, по-моему, уже стало гораздо более серьезным, нежели в раунде предыдущем. И если будет остановка, то любопытно, какое решение будет принято. Потому что сечка была получена ввиду рассечения головами. Но нет, здесь утвердительный кивок головы говорит о том, что бой может продолжаться. И вновь, смотрите, да, так достаточно опасно идет головой вперед Пабло. Пауло Бритас. Что это рассечение может оказаться не единственным. И более того, то рассечение, которое есть, оно вполне может принять еще более угрожающий вид. Ну а что по бою, то мы видим, что Пауло достаточно активен, что он старательно идет вперед. Лезет на соперника, пусть это далеко не всегда технично выглядит. И хорошо здесь выходит из клинча Ален. Знаю, порой так валится на соперника представитель Мозамбика, что вполне, я думаю, можно было бы его и проваливать. Так, и снова Ален отправляется к доктору. Будет обидно, если бой остановится из-за этого. Я думаю, дадут продолжать. Там визуально ничего страшного. Секунд до конца второго раунда. И вот здесь посмотрите, какой обмен. Кстати, как раз Пауло Бритас навязывает Алену такой очень неудобный стиль ведения боя. Посмотрите, как упирается ему головой в лицо просто представитель Мозамбика. Вяжет руки, не дает работать, да, то есть такой чисто спойлерский стиль боя сейчас он ведет. И раунд закончен. Является чемпионом Африки среди молодежи 2014 года. Секс аут. Ринг Би, раунд 3. Продолжаем.
Вот, смотрите, какой старт этого раунда. Очень мощно идет вперед Пауло Брито. Не очень понятно, что показывал рефери, ну ладно. Здорово, очень хорошо левой прямой наносит Пауло Брито. Ну и в целом, смотрите, он пытается прям подавить Алена. И порой у него это получается, как бы это странно не звучало и странно не выглядело. Вот опять же, да, такой подарочек из Африки. И продолжает наваливать как-то Ален. Шервет встал на ногах и почему-то дозволяет сопернику с собой так обращаться. Так можно и бой проиграть. Здесь неплохая атака была в исполнении Алена Шервета. Очень сильно кровь заливаю. О, здорово. Здесь на полтакта просто сработал Ален Шервет. Попал правый прямой. Ну и лезет буквально прям на голову. Хочет забраться оппоненту Пауло. Да, неудобный боец. Представитель Мозамбика. Такой корявый, вязкий очень. Сложно справляться с таким. Но при всем при этом, опять же, если мы говорим про стиль спойлера от Пауло Бритоса, то он не только не дает оппоненту работать, он еще и сам что-то попадает, он и сам что-то предлагает сопернику такое удобоваримое. Снова рефери останавливает встречу, да там уже могли бы дать добоксировать, там чего осталось-то. Дадут, дадут, да, конечно, дадут. Ну и все, бой заканчивается. Поздравляют уже практически Пауло Бритоса. И вы знаете, есть основания, если честно. Да, растение большое. Если сейчас Ален Шервет победит, в чем у меня есть сомнения, кстати, то в дальнейшем им будет очень непросто. Представляет, мы видим Ален Шервет швейцарскую армию. Представляете, у Швейцарии есть армия. Это же... От кого они собрались защищаться? Итак, слушаем. Да, да, друзья, все правильно, все верно. Пауло Бритос побеждает Алена Шервета, и, по-моему, это абсолютно заслуженно, и, по-моему, это абсолютно по делу. Молодец, да, вот так корявенько, немножко в спойлерском стиле, но кого это волнует-то? Он гораздо больше попадал, он запирал соперника около канатов, он бил его там. Поэтому чему удивляться-то?